место для того, чтобы научиться серфить, это пляж Куты. Именно здесь большие волны, песчаный пляж, без скал, поэтому для новичков это идеальное место. Ну, я час покатался, научился, два раза даже проплыл, но это пипец как тяжело, у меня нет сил, я весь пошкрябанный, но довольный. Это называется лонгборд для новичков, он более устойчивый. Вот, поэтому для новичков рекомендуется именно лонгборд. Стоимость 50 тысяч в час. С инструктором, с учебой 200 тысяч. Поэтому, если вы захотите учиться серфить, приезжайте на Бали, в Куту. Всем удачи! That's all right. Вдоль всего пляжа прокат досок, водичка, кокосы и остальные ништяки. Нормальные ребята, я оставил вещи, в принципе, на хранение. То есть только я, шорты и борт. Пошли в море. Вот такой вот душ на пляже. Стоит 3000. Вот на Бали тоже, как в Китае, танцуют старички под музычку физо. Что же, пришлось время прощаться с Бали. Вот. Отправился, вы не удивляйтесь, это тоже такси на Бали, Gojek. Едет быстрее в 5 раз и стоит дешевле в 5 раз. Что же, Бали подарило очень много положительных эмоций. Сказочное Бали. Но сейчас я отправляюсь на остров Ява. Добрался до Melangli Station. Это автобусы отправляются на Яву. Очень большая станция, но людей не так много. Вот, как же мне повезло. На автовокзале Мелвини приходится ждать автобуса. Уже жду час, еще 3 часа примерно. Вот. И просто прекрасная погода. Она знала, что мне, чтобы легче перенести это ожидание, жара спала и пошел дождик. И это прекрасно. Ехать до Прабалинга порядка 9 часов. Автобус выезжает в 6:30 вечера. Едет по Бали до паромной переправы, потом на пароме. Переплываем на остров Ява и по острову Ява. И утром должны быть в Прабалинга. Билет стоит 200 тысяч. Это в принципе нормально. Так прикольно, вот еду на автобусе и получается между Бали и Явой автобусное сообщение, ну и прямо автобус с пассажирами заезжает на паром. Ждем парома. Можно остаться в автобусах, а можно подняться на палубу наверх и либо наверху палубы постоять, понаблюдать за морем, либо
засесть вот в такие, на таких креслах. Все, до свидания, Бали. Здравствуй, Ява. Расстояние небольшое, примерно 3 километра.